Прикольно. Так. Ну ладно, что такое вообще? Че? Офигел? Иди приведи себя в порядок. Не, я не понял. Я тут новости смотрю. Это же студия 7. Ну? Самая свежая информация, самые свежие новости актуальны. Вот, готовлюсь. Ты офигел, что ли? Иди приведи себя в порядок, мы уже начинаем. Ой, Ал, ты, ну что ты начинаешь? Нормально же все. Ничего. И, кстати, принеси мне, пожалуйста, чашечку кофе. Что, вообще оборзели, что ли? Мало того, что домой ночевать не ходите, так я еще вам здесь кофе должен носить? Не, ничего себе, а Нурику-то ты принес? Ну, Нурик, это другой разговор. Мы начинаем, студия 7. Больше, чем правда, чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Добрый вечер, это студия 7. С вами, как всегда, ее постоянные ведущие Нурик Анарбаев, Айгулька, просто Айгулька, и я, ваш покорный слуга, Камчиев Алтынбек Курмабекович. Ничего себе, себя так официально, а с нами можно подумать на короткой ноге. Так, ребят, займите денег, пожалуйста. А вот и мастер по переводу тем загадок. Сколько и на что? На что пока не знаю, но сумму точно знаю. 20 миллионов долларов. О, ну тогда тебе в АБР надо. Куда-куда? Кстати, вот новость. АБР выделил 20 миллионов долларов на профтехобразование и его реформирование. А что, нам уже аббревиатуры деньги дают? Я тебе даже больше скажу. Из букв аббревиатуры организации, которые дают нам деньги, можно собирать разные фразы. Ну вот, например, Кыргызстан – богатая страна. Или Кыргызстан – страна без долгов. Или Кыргызстан – страна честных чиновников. О, я понял, понял. Можно там еще и песню сочинить из этих букв. Там-ти, там-ти, щу-ду-ру. А нет, там же буква «ю», да? Да. Там не получится. А это, кстати, смешно. Попробуйте над этой новостью посмеяться. Так. В Джерельском районе задержан член ОПГ, не заплативший за дорогостоящий ремонт автомашины BMW. А как они вообще поняли, что он преступник? Он что, всем ходил и рассказывал? Да нет, он сначала у него спросили, а кто за ремонт будет платить? Ага. И он тут не выдержал, начал козырять, понимаешь? Раскрыл сразу все свои карты на стол. Все. Вы до конца дослушайте новость. Так. Как сообщает в ГУВД Чуйской области, в милицию с заявлением обратился 41-летний сотрудник одного из городских автосервисов. Потерпевший рассказал, что 5 ноября, примерно в 11 утра, в его организацию обратился гражданин и попросил заменить некоторые запчасти на машине. По окончанию работ клиент сообщил, что должен немного поездить на авто, чтобы удостовериться в высоком качестве проведенного ремонта. Ну, правильно, я всегда так делаю. Однако, сев в машину, мужчина уехал в неизвестном направлении, так и не расплатившись. Ты тоже так делаешь? Ой, ну давайте не будем об этом. Что там дальше? В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Джерельского РОВД по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний Урмат А, житель Джерельского района. В ходе следствия выяснилось, что задержанный состоит на учете как активный член одной из ОПГ. Причем очень активный. Это он сейчас только за ремонт не заплатил. Так. А так вообще у него очень большая история. Там за домофон не скинулся. Там когда в столовой повар отвернется, он весь изюм из булочки повыковыривает. Повар отвернется, он соли себя охапками, да? Смотрите, почем. И майонеза, Подходит к соседней двери, опять же звонит в дверь. Так. Звонит в дверь, сначала поджигает газету, потом звонит в дверь, а потом еще кое-что, об этом не будет. Да, и убегает. Ну, кстати, он звонил в дверь, наверное, и не успевал убегать. Именно поэтому его ловили часто и приводили в опорный пункт. Как говорится, любишь кататься, люби и за ремонт платить. Да. А где так говорится? Ну, судя по всему, в Джерельском районе. Ну, у меня следующая новость. Парламент Кыргызстана поддержал запрет на участие в тендерах компаниям, принадлежащим родственникам депутатов и чиновников. О, и сразу у депутатов возник вопрос. И что я тут тогда делаю? И нафиг я вообще депутат? Я вам скажу больше. Многие там вообще удивились слову «тендер». Ага. А вообще там тендеры проводятся, да? Конечно. Мне кажется, многие из них просто приходят и говорят, что они депутаты, и все, вопрос решен. И все, они думали, да, так. Все. Но не все так плохо, как вы себе представляете. Угу. Только 16 из 71 присутствующего проголосовали против. Но мне кажется, что не все депутаты оказались такими дальновидными и зарегистрировали свои фирмы
на своих друзей вместо родственников, правильно? Всякое бывает. Не, я вообще эту инициативу не поняла, на самом деле. На что она направлена? Вот если верить Дастану Бекешеву, то в отличие от коррумпированных Америки и Европы, у нас-то коррупция вообще не считается. Так наши чиновники самые гениальные борцы с коррупцией. У них, согласен. Да. Они пользуются самым действенным методом. Так. То есть, если ты не считаешь это коррупцией, то это не коррупция. Вот, понимаешь, простое решение. Все гениально просто. Нету, да. Да и вообще, если так смотреть, наши депутаты вообще ничего не решают. Ну, по крайней мере, мало что решают. Как это не решают? А вот так вот, ничего не решают. Мало денег зарабатывают. Главные кормильцы в их семье жены. По документам так выходит. Но здесь можно сделать только один. Главное не стать подкаблучником в этой ситуации. Ой, ну, ребят, ну вы прям напрашиваетесь на социальную рекламу. Кажется, вот и напросились. Давайте смотреть. Смотрим социальную рекламу. Слушай, брат, может по пивку в бар сходим? По пивку? Да. И? Куда жүрөм? Футбол. Айтпадым эле барам деп. Ага, качан келесиң? 7:30 бүтөт. Оо, сен 7:30 түн жарым болот да. Балдар менен барасың, пиво ичесиң, ошол менен футболго барасың, анан түн жарымда келесиң а. Жок, келем. 8:00 чейин келип калыйбы. Эшиктин алдына мусор турат, ала кет ошон. А, түн жарымда келсең эшиктин киргизбей болом айтып кой. Макул, келем. Блин, у меня дома дела просто. Дела. Эй, только не говори, что жена не отпускает. Ты подтакашник, что ли? Да я не подтакашник, реально дома дела. Все, покатили тогда? Все, да, что все ты? Все покатили. Все. Эй, келдим. Келдим? 8 болду. А качан там 1:00 келип калдым. Пацаны, заходим. Я же сказал, что я не подтакашник.